Вот. Как-то странно, у меня анимация. А что со мной? У вас тоже такая анимация? А смотри, как я поднимаю гантель. Это очень странно. Почему так оно работает через жипу? Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, енот. Как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы продолжаем играть в симулятор качка. Если опять угощите, приятного аппетита, а мы начинаем качаться. Так, Серега прокачался очень до мощного режима. Покажи, какой ты уже кабан у нас. Смотри, я могу взять и увеличиться вот. Ого, так это же не... А теперь смотри, я могу раздавить. Бум, а что у тебя волосы внизу под ногами? А это у меня нормально. А, нет, понял. Больше. Смотри. Ого! Видишь вот этого маленького засранца? Да. Сейчас. Ой, Дим, отойди лучше. Отойду. Вон, видишь, куда улетел? Нифига себе, я, получается, возле вас дрейч вонючий. Да. А сколько это времени, Серега, понадобилось, чтобы качаться? Долго. Ну, скорости у тебя совсем нету, да? Не, скорость я качал, но тут я нажал кнопку Repeat, и знаешь, для чего она? Да. Ну, когда до 10 тысяч ты качаешься, ты все сбрасываешь, и ты снова дрыщ, короче, и тебе приходится все заново делать, но ты быстрее качаешься, намного больше. Ага, это все надо нажимать, да? Ну, да. Как 10 тысяч наберешь, то все. Так, у меня 483, но это я понимаю, что в этой серии мне это не светит. Так, а что звездочки дают? Это звездочки собираешь, что они дают? Уровень повышаю тебе. Видишь, у тебя левый верхний угол, левел. Ага, а что левел добавляет? Да особо ничего, кажется. А, чисто поржать? Ну, походу. Так, давайте поизучаем, какие... А что тут вот есть телепортаторы? Это куда они телепортируют нас? А вот это я не знаю. Это более лучшая качалка, там качаешься намного лучше, но тебе нужны, вот, например, здесь нужен третий ребенок. Ну, как у Серегу себе сделал первый. А я могу сейчас сюда пройти или нет? А, нет, тебе нет. Три реберна надо сделать, это, короче, первый реберн это 10 тысяч силы у тебя должно быть, второй 11 тысяч, а третий не знаю сколько. Очень странно. С каждым разом ты, короче, все сильнее, ну, быстрее набираешь силу. С каждым разом. Угу. Когда качаешься, бегаешь. Ну, когда бегаешь, у тебя скорость быстрее это, ну, улучшается. Намного быстрее. Так. Давайте тогда будем... Серега, ну ты здоровый гигант, а? А меня мочит. Да я вижу, тебя вырубил чувак какой-то здоровенный. А я сейчас уменьшусь. Я сейчас уменьшусь, ой, я под карту провалился. Я его убил почти, о, убил, нифига себе от тебя мощные удары. Я сейчас еще могу и топнуть. Серега, а чем ты качался? Вот это гантели или чем? А, я, ну, докачался до 2000 и пошел до, ну, в закрытую территорию, где чисто большие могут находиться. Ага. И там, короче, садился на это штангу. Ну, то есть штангу поднимал в стоячем положении. Она больше всего, да, добавляет? Ого. Я тут челиков раскидал. Енот фига. Получается, ты маленький ростом, но удар как у большого, да? Да. А, обман зрения. Ну, смотри. Вот смотри, вот мой максимальный рост, да? Ого, ты кабан. Я могу быть вот таким вот. А силы как у большого? Да. Он, чувак, мне с одного раза вырубил. А, это ж ты. Ну ты, блин, говно. Не надо, к тебе бежит чел. Мочи его. О, мне теперь доступно от пола отжиматься. Вот это что ли? Давайте будем от пола отжиматься, ребята. Вот это тут гигантские челепиздрики есть. Так, зависимо от того, что у меня каждые 500 очков, да, вот этих, у меня добавляются какие-то возможности. Да. Почти, да. Я проверял. Хорошо. Давайте пособираем вот эти штуковины. Чпоньк, чпоньк. Какой маленький. Ой, ёперный театр. Этот качок сейчас меня раздавит. Кабан. Смотри, Дим. Смотри, вот такие вот нужны для того, чтобы качать себе ХП.
Так. А вот те, которые надо просто поднимать, они тебе больше дают силы как раз. Ага. Кстати, отжимание тебе дает больше, как тебе это объяснить? ХП. ХП и силу. Понял. А там потом тебе будет доступен пресс, то есть ты будешь пресс качать, ну, там намного больше ХП будет давать тебе и силы. Да блин, да что вы все такие здоровые, а? Тогда какие-то гигантские все кабаны. Так, а ты где, Дима? Ты что там, гантелю поднимаешь? Да, штангу. А я вижу. Давай. Вижу. Хотя бы хочу до 700, там до 800 докачаться. Ого, кабаны здесь. Смотри, какой здоровяк идет. Ой, а что они смотрят? Они смотрят от головы вниз, потому что никого не видно, да? А он качаться сел. Пошел. Ого, а что он на потолке качается? Он на воздухе. А это законно? Нет. Ну, почти. И что, вот это жесть. Так, уже 600. Давайте хотя бы до 1000 реально добьем. Разными способами. Что больше всего? Штанга, да, добавляет, я вижу. Которая стоя. Вот смотри, видишь? А где взять ее? А тебе надо 1000 взять это. Вот блин, ну ладно, давайте хотя бы качнемся до 1000. Так, посмотри, сколько Денис добавляет. Спрятался. А где? Смотри, опа. Опа. Ого, чувак там наклоняется. Так тебе и не видно. Не, енот побольше будет. А я, ну, конечно, а я реберт потому что сделал. А, у меня 10 тысяч было, но сейчас я больше буду опыта получать, чем он. Понял. Он сейчас уже быстрее прокачается. А до того уровня, с какого ты сбросился, да, быстро, а потом опять медленно будет? Нет. Понял. Качаемся, ребята. А справа это жизни, да, мои 90? Где справа? Ну вот вверху сила 705, а справа вот 90. Это гемы. За них ты можешь покупать сундуки. Так. Которые дают тебе разные эффекты, когда ты при гантели качаешься. Гантелю берешь в руки, на цифру 1, которая есть. Угу. И там эффекты разные появляются. Можно и еще ты можешь питомцев купить. Питомцы там дают тебе разные бонусы. На увеличение скорости, силы или здоровья. Класс, мне нравится. Сегодня в этой серии мы, ребята, 1000 сделаем, посмотрим, что нам будет доступно. Если никакой черепиздрик жопой своей не сядет на меня и не раздавит. Ты что, гигантский? Драка! Енот, давай! Убили. Ах ты, говно. Убил и тебя! Он, короче, качка. Он сильнее нас. Да, он сильнее, он прокачанный прям жестко вообще. Ничего, сейчас я раскатаю. Дим, ты бы видел тут, я, когда у меня было 10 тысяч, я тупо взял и таких наглецов, ну, уменьшил себя, и тут здоровяки на меня бычили, типа я маленький, а я взял их и наказал, короче, раскатал тупо всех. Ты такой большой, но медленно ходишь очень. Ну да, потому что скорость не прокачана. Так, у меня уже 774, сейчас будет 800, там раз. Так, все медленнее и медленнее качается, чем больше у тебя это силы. Я сесть не могу. Ну там да, там что-то мешает. А я под землю. Качаемся, ребята. Так, давайте поменяем. О, чё я так встал с гантелей? А, то я драться решил, да? Угу. Так, 3. Давайте будем от пола отжиматься. А мне кажется, что от пола отжимаешься, что гантель утягаешь. В принципе, смысл-то один и тот же. Отжимаешься, ты получаешь хпшку. Вот больше хп, меньше силы. Хочешь больше силы, берешь гирю, которая лежит на полу. Там ты больше силы качаешь. Ага, давайте подойдем. Ну тебе 1000 надо, 1000. Сначала, Дима, отожми кнопку. Я знаю, я проверяю, видишь, даже заметил. Ходишь, берешь. А, закрыто у меня гантели. Ну вот, 1000 тебе надо, 1000 силы. Вот жопа морская. Ну когда откроется, ты поверь, это так очень легко тебе добывать, вот. Как-то странно, у меня анимация. А что со мной? У вас тоже такая анимация? Смотри, как я поднимаю гантель. Это очень странно, почему так оно работает через жипу?
800. Вверх или вниз, у тебя туловище. Не, сразу сел, так как-то странно. Качок. Ребята, новое упражнение. Встаете и гантелью на бок берете, штангу. И в голову засовываете. Делайте это упражнение каждый день, и у вас жопа не будет болеть. Быстро, эй. Так, 859, отлично. Я енота потихоньку догоняю, Дим. Да-да-да-да-да, ты его сейчас еще, блин, выиграешь. По размеру, разве что. 892. Размер не имеет значения. Главное, умение. Мелким можно так лопасить. Да. Давай, давай, качайся. Ну давайте, 1000 по-любому надо сделать, по-любасу. Я спать не ляжу, если 1000 не сделаю. Сделаешь. Да сделаю, сейчас уже будет 900. Слышь ты, ты чё там на Димку? Ого! Все, я его убил. Спасибо, Серега. Пошел вон, щенок вонюч. 925, 925, ребята! Видал, как я его раскатал, а? А жизни показывают, где левел, да? Вот эта зеленая полоска или нет? Зеленая, нет, это не жизни. Жизни и правый верхний угол. А, и вижу. Их незаметно. Да-да-да, увидел. Можно посмотреть. Я вижу, я вижу. Тысячу лет спустя. Так, 975, ребята, 975. Ура, ура, ура. Ого. Ой, извини, Дима. Эй, новый человек. Ничего, ничего страшного. Зажал кнопку. Да бывает, бывает. Откинуло тебя, капец. Пойдет. Летел в космос, Дима. У чувака такая же анимация, как и у меня была. Да-да-да. Ну это когда удары берешь, у тебя такая. О, нормальная анимация. О, все. 1К. Давай, Дима, вот рядом со мной есть. Так, ребята, ну что, все-таки мы достигли того, что мы можем теперь брать с полу. О, так оно быстрее качается, да? Да, намного быстрее. Погнали! Посмотрим, во сколько добавляется. 3 жизни. Так, теперь, когда у меня 1К, будет только в сотнях, да, показываться? Нет, там по 30 или по 20 будет добавляться тебе силы. Понял, понял, смотрим. 35 и 40 даже падал. По 50. Ого, они 60. Там дерутся. 30, 31. Ну, у тебя там плюс 5%. Угу. Прикольно. А если я тоже сделаю работу, у меня тоже будет плюс 5%? Да. И плюс еще тебе 1000 гемов дадут. Вот это, алмазов. Можешь купить себе питомца какого-нибудь там. А что мне, да, качаться быстрее буду? Скорость, допустим, будет это больше повышаться. Вот самый дешевый питомец. Я не знал этого. Самый дешевый плюс дурабельный. О, коржик здесь. Да-да-да, он у меня в друзья добавлялся, но я пока надо поудалять с друзей. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать Roblox или Гаррисмон, заходите в наш Discord. Ссылочка в описании. Давайте добьем, уже до 30 тысяч. Немножечко осталось. Дима, и мы сможем веселиться. А хочешь, покажу тебе это место, ну, здоровяков? Давай, идем. Идем, покажу тебе. Я уже не такой и мелкий, прям уже такой полукабан. Ну какой, мини-чили-пиздрик. Ну, нужно 2000 силы. Ну там ты качаться не сможешь, но зато посмотреть, думаю, сможешь. Давай, давай посмотрим, ребята. Здесь а я не могу пройти туда. Нет. Надо 2000, чтобы... Юни 2000. Стрэндж. А что там такое? Там прям жестко, да, все? Там большие такие аппараты стоят, ты бы увидел. Для гигантов, таких как я, например. Кабаны. Ребята, если вам понравился этот режим, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, Дискорд, Инстаграм, ТикТок. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. А мы еще с пацанами немножко покачаемся, чтобы в следующей серии я был крупней.